Всем доброй ночи или доброе утро. Это Вов Кадмус. И сегодня, да и по просьбам, в принципе, тоже мы покажем вам Hymn of Soul, да, называется у нас локально. В Hymn of Soul мы покажем вам обновленные соло и мини-пати блоки, доступные для тира 99-100, в принципе, для любого персонажа, не обязательно для тира, мы просто вам показываем тира. Обновили у нас, всем по порядку, в принципе. Первое, куда мы идем, это ХБ, там говорят, типа, добавили опыт ТСП, сделали вход с любого уровня. Вы теперь через эту зеленую срань, короче, которая сейчас портнулся, можете пройти любым уровнем, в любом шмоте, абсолютно по барабану, короче, кем. Вот, на Белефа сделали вход с 95 уровня, что, в принципе, упрощает набор ЦЦ. Вот, а квесты все ставили привязанные к 99 уровню. Мобы сделаны не для тира, поехали. Ничего не понял. 4 ляма этого, 5000 СП, ладно. О, гномик. Гномик дает виталочку иногда. О, как сейчас. Подбираешь и смотришь. Видите, гномик дает виталочку. Тот редкий случай. 20 тысяч СП. Согласен, больше. А птички поменяли? А почему пошел нахер сразу? Я просто не могу понять. Но поменяли вы там одну локу. А что, птичек, не? Мобы крошатся, это как говно, в принципе, как и в прошлых хрониках. Раза в два, то есть, СП. Ну, это хорошо. Вот мы сейчас чуть-чуть побьем. 48-47 у меня. Здесь, кстати, я не помню, парики водил, я водил тогда, нет? То, как сейчас набивается СП, уже незачем охотиться, в принципе. Больно? Скажу вам так, даже если парик маленький собрали, будет что-то не больно вписывать. Я без розы. Это лучница. Эксп. Я бы не сказал бы, что именно вообще там круче стало. Что-то я топор забыл или. СП подняли, да? А эксп нет? Подняли. Скажу так. Вот мы убили бы даже парочку мобов, да, уже больше десяток. У меня 174 миллиарда опыта. У меня даже не тикнуло.
Если я бы выкачался через Агатион, у меня не было СП, чтобы пойти сюда, сюда, сюда побить. Я бы, у меня качества здесь не было. Это немножко глупо, потому что прокрошить мобов здесь. В общем, 20 тысяч с моба падает без виталки, 60 с виталкой. За 100 мобов вы получите либо 20 лямов, либо 60. Бесполезное говно, нехуй тут ловить. Сой отсюда. Два ляма вы получите за 100 мобов без виталки, 6 лямов с виталкой. Блядь. Хуйня какая-то, короче, я не знаю. Это, блядь. Повысили, что пиздец. Я чувствую, дальше у нас Паган, но чувствую, с Паганом такая же история, блядь. Неразлучной любви, блядь, бесполезного экспо, блядь, и кучи проведенного времени. Значит, с Паганом все просто. Зашли, открыли дверь, зашли внутрь. По пути нас ждет прекрасная Радзен. Ну, не знаю, что у него с квестом. Вот, передвижение Тироля. Мы набьем там сотенку. Может, две. Вот, да, вот. Теперь надо минимум сотку. Что с экспом, честно говорю, не знаю. Не было здесь с момента обновления. Так как зона соло, мало. Я думаю, здесь все-таки народ подкачивается. Скуки. Ладно, пойдемте глянем. Ключи. Ну, адамантит — это очень здорово, а ключи важнее. Железный. Не падает он в таких хлам. Должен падать цельный шмот, насколько я помню. Значит, Абба играет, я знаю, типа для фана. Короче, мы тут собирали, короче, куски говна какого-то. Не, у меня, слава богу, инвентарь не захламился этим дерьмом. Вообще, тут падали сейчас кости, если, я думаю, все помнят. Да, первоуровневые ресы, ну, раньше они не были первоуровневые, просто были ресурсы. Да. Кореяки, в виде бонусных призов, потому что дроп, в принципе, нету в игре как такого с мобов. Прикрутили дроп Б агрейда. Ботиночки, сапожечки, тушечки, да, всякий хлам не очень нужный. Прикрутили сюда вот в дроп в Пагане. Это я точно знаю, но все. Да, говорят, еще в запретках. Мы туда пойдем. Окей, мы еще пойдем в запретки. Не вижу смысла, ну ладно. Ой, Суали. Да. Я хочу посмотреть просто, что в Пагане происходит. Мне просто интересно, тут народ часто амбициализмом страдает. Можно разбивать, да? Юзнука Яогра. Значит, так, все те же 48-47. Вот, давайте посмотрим, что мы будем делать.
Насчет, кстати, не умри, ты была права. Да? Тут бы еще не умереть. Я надеюсь, ты там сильно не задебафала, чтоб тебе системку не видно по XP. Че? Я вот тоже сижу, думаю. Скажу так, я не знаю, что они увеличили. У тебя виталка была. О, я тоже, я не знаю, что они тут увеличили. Я заберу солдата в Тироле, чтобы не блочить эксп. Вернее, не эксп, а вообще не блочить ни хера. Тут надо солдатиков этих Тироля, которые вы вызываете, убивать сразу, потому что если вы убьете на дальнем расстоянии друг от друга, они заблочатся. Больше, в принципе, с каждым разом будет увеличиваться все меньше и меньше, а не самый большой опыт. Да как опыта здесь нету? Да, в принципе, хуйня вопрос. Тут можно, короче, просто их блочить без спецом. Разрешаю, даже осуждать не буду. Еще хочу набить квест, но чувствую, я его не набью. Потому что мы убили парика, тут 9 мобов. Вау, все. Окей. А что мы не набиваем? Дальше, да, я хочу набить этот квест. У меня 9. Блин, честно, ладно, я не хочу набить этот квест, но я когда-нибудь его набью обязательно, я не буду отменять его. Вот почему по каким волей случая. Набить я потом даже сниму, как я беру награду и что за нее даю. Нет, может там божественная награда какая-то, короче, там кубок с кровью 40 девственниц, ну, блять, я хз. Что-то я слабо верю в эту награду. В принципе, как. Как и всю остальную чушь. Так, что у нас? За третьей дверью говно, чуть не сдох. И... Ну ладно, давайте попробуем здесь. Я тоже думаю, нет, а как-то в принципе фиолетово, где крошить могу. Ну, блядь, если крошить, так крошить уже с какой-то относительной пользой. То есть там хотя бы должна быть чуть-чуть экспо. У меня, допустим, шкала дернулась, было 40... 8.47 стало 48.48. Мобы здесь, как всегда, не сильно водятся. О, мой любимый ждец. Что она не одевается? СП, а всыпало раньше по 2. Не, ну ладно, согласен, здесь тоже в принципе повысили, но повысили настолько, что его в принципе, я вот честно говоря, на сотом уровне смотрю эксп, потому что сотый он не туда и не сюда, он не 99 вроде как, но не 101, какой-то промежуточный непонятный уровень с сапанием пассивок. В принципе, да, пассивы полезны. Короче, поган, в принципе, как и ХБ отпадает. Я не вижу просто смысла. Даже в соло 22 тысячи СП. Но это... Блядь, конечно, извините меня, но нет. Нет, может, вы скажете... Нет, если, может, вы скажете, что я зажрался, там, и это, типа, охуенно, там, или в соло, там, в бомже-варианте. Как бы, я вам про это и говорю, что, может быть, соло, слоу, совсем слоу. Вот у меня low equip,
Может, у людей есть еще ловее. Вот. Но нет. Нет, однозначно нет. Как бы я не для того, я вот сделал пару обновок в виде той же пики, пояса и бланта, но, блядь, нет, однозначно не для этого. Такие вещи должны немножко в других местах работать. Значит, сейчас давайте глянем, что запретные врата сказали, увеличили, но это исключительно, вот это совсем соло лока. Мы бы не всегда были ваншотные, всегда их там чуть ли не париками пытались собирать. Пытались там что-то вводить, какие-то хороводы, ивенты бить. Ну, короче, я скажу так, запретные врата — одна из самых густо населенных лок на время ивента. Что? Правильно, потому что там все мобы маленькие, худенькие. А? И что, мы же раскаленный топи поем? Ужас. Нам надо все это сделать очень быстро. Кролики. Суть проста. Бафаемся. Ну, не знаю, кто как бафается. Я нормально бафаюсь. Как всегда. Соберу, хоть что-нибудь соберу. А каких? На кладбище короля змей. А я хотел уже разочароваться. Говорят, я еще не тех мобов бью. Ну да, 174 или 194 СП с моба — это сильно. Конченая гео. Ну, вот видите сами, 4,5, 2, почти 2,1. Честно, вообще никакого профита в этом нет. Я не знаю, хз, может, один блант, они вообще там ваншотные. По сути, да, они, то есть, на 2-3 тычки. Кристалл тьмы. Да, и расскажи спасибо со своим лайцем. А, я еще просто под крылем. Ну ладно, это меня простительно. Просто они тут не стоят того, чтобы еще и медведя вязать. Не, ну да, ваншотные с медведем. Ну, А теперь они стали реально ваншотными. Забыла сказать, что неделя. А по поводу того, что их надо много, ну их много здесь довольно таки мобов. Они здесь расположены такими лужицами, тут в принципе езди повеселиться. Бьемся в стенки. То, что они ваншотны, но я думаю, вы сами понимаете это. Я бы сказал, что с них там. Чуть до моба доебалось. Вы смотрите, тут где-то кристаллы падают. А все мафра.
Ну, в общем, вот так вот. Давайте еще быстренько глянем Аден. Да, раскаленные топи. Я не знаю, что там, короче, я там был когда-то очень давно, год назад. Ну, да, но мы там даже мобов пили. Да, СП в раскаленных топях было отвратительно. Бля, где они? Вот они. Сейчас, о, это моя любимая подлагивающая локация. Ужас. Как бы да. Я как бы иду, у меня вечно подлагивающий лок. Начинаю спускаться вниз. У меня пролагало за двоих. Есть какая-нибудь лужа рядом со стенкой мне надо или с камнем? Во, я нашел. Будет все просто, никакой ерунды, а-ля соло мобиков побью. Да пофиг на того кролика. Да, у меня кролик изменился. Сколько? 12 тысяч СП с моба. Ну, как в Пагане. Вот у меня палочка не на опыт. 12-194 смоба. Но вот с последнего было 12-194. Да. 11-523 вот сейчас. Я поел. Детка, я пати-лидер. Короче, говно какое-то. Я не знаю, заставьте эти локации, пусть они сдохнут, просто, короче, эти мобы вместе с корейцами, которые, блядь, какого-то хера их впихнули. Не знаю, кто был тут квест ради одного гема, блядь. Да, не ту мелодия. Да, кристалла какого-то Эльсиума. У Эльсиума кристалла? Которого шанс 5% достать? Не знаю, ребят. И много других прекрасных локаций, где можно заработать и покачаться. Пока что плюсую только за ХБ. Более-менее всех четырех локаций, которые они типа подняли эксп. Потому что ХБ на 99 уровне и на 100 вам все равно бить. Потому что нужно бить 8 квест на 8000 мобов. Кто-то набил его раньше, на старых хрониках кто-то вот набил его. По удивлению, кому-то еще бить. Его бить крафтом из-за квестов. Там такие книжечки, короче, даются красненькие. Красненькие. Да, вот, кровавая книга демона. Вот, ее и зеленые, которые там падают, запечатанная книга демона. Надо менять на рецепты, поэтому... То есть... Да, то есть там на хорошие, дорогие, дорогущие рецепты надо брать. Но так, в принципе, можно подобрать, чтобы разнообразить свой... эту торговую лавку в виде крафта. Ну так, откровенное говно, короче, все, что наделали. Это не, ну, не то, что там сопли там или ничего, я просто сравниваю с той же долиной. Это волшебная, которую я там обжил. Вот, я сравниваю с картой, банально сейчас с картой проще ходить, очень вкусно и приятно. Я вчера пошел в соло, добил в соло 90-ю карту, получил 40% на 94-м уровне. 8 было, надо добить было до 94-го, 38 сверху, того я получил там 45%. Вкусняшка просто. За 20 минут мучений. Вот, поэтому... Ну, блин. Ну, глупо. Улучшать.
конфетка. Увеличивать. А? Да, они вроде когда. Вроде как и улучшили, вроде все равно такая же туфта осталась. То есть если взять туфту, умножить ее на 2, все равно получается туфта. Вся математика корейцев.